У меня две новости. А? Две новости, хорошая и плохая. С плохой. Плохой? У меня трос сцепления порвался. У тебя? А хорошая, там есть выезд. Как так? Все, пиздец. Изучай эту технику. Переключение без троса. Это я любитель. А что если сейчас стой себе и трос поставить сюда? И сказать, что тут... Не, выезд есть нормально вполне. Там только песочек, но... Все. А как без сцепления трогаться, например? Передачу скрипя зубами.